нас в Карелии. Маленькие, да, ягоды много, да к тому у же на соседнем острове живут наши сотрудники, это не выпускные. А это другая, да? Да, это не выпускные. Почему не выпускные? А, они, видите, ноги. Ну, у нас тут без ноги, без лапы. Беда, ты в чем? Я и говорю, то есть мы, помимо того, чтобы выпускать, получается, что остаются, которых мы не можем выпустить. Понятно, это сам кабанчик. Да, она он сейчас меня услышит, будет орать, жрать, просить. А чего он в этой? Хочу мою. Они иногда теряются от мам. Попадают к нам. Мы их кормим до определенного веса. И потом в лес. Какой хороший! С его года будущего. Девочка. Да? Кабаниха. Кабаниха. Ну, они смешные, конечно. А вы чего, просто трогаете его, да? Нет, это главный ветврач наш. А, они понятно. Все любят. Все живут. Ну, не все. Тони, я думаю, не очень. А сколько вот этой возраста? С 27 мая сколько? Полгода? А, полгода. А смотри, собачка-то спокойная, ничего не тянет. Она тут у нас всех выкармливает, всех любит. И получается, что у нас на сегодняшний день здесь 13 медведей. Где? Вот 10? Да. 13 медведей? Да. Ну, мы сейчас дадим чуть-чуть, которых мы не можем выпустить. У кого-то лапа ампутирована, у кого-то там пальцы, кисти, у кого-то глаза нет. Это что, охота или что? Или... Лапу вот отстрелили охотники браконьерами, да. Берлоги, мать убили. Братьев убили маленького, а вот такого нам привезли мы. Ну, к сожалению, лапу схватить нельзя было издалека. Привет! 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 Говорю, он там подрал. В другую сторону. Руками не любят, только целоваться. Это лама или, да? Это альпаки. А, альпака. Так, и получается, что у нас... Территория небольшая. Уже расти нам некуда. Белки? Да, здесь белки. Животные поступают. Знаете, кстати, вот эта белка очень интересно выглядит. Это вот рядом есть. Эта белка была любимица. Сестровецка. Молодежь какая-то пришли из пневматического пистолета. Выкинули в голову, нерв повредили. Пришлось пулю удаляли и прочее, прочее. Это вот у этой? Да. И выпустить уже никак ее. Вот тут целый этот шум был. Глаз не всегда открывает. Сенька. Всемирно известный медвежонок. Вот это натуральная величина. Это на 300 метров. Он вообще не рос. Он всегда был куча заболеваний. То есть он должен быть, сейчас я вам скажу, какой нам, раз в 15 больше. Но, к сожалению, он всего 3,5 года прожил. Тоже дети у вас были? Да, да, он у нас даже не закрывался, он ходил, сам выходил, он жил в доме, он помнит, что я была, спал только на подушку, по одеялу. Ну, к сожалению, да. Там еще болел, да? И он у нас здесь точнее есть. Ага. Сюда можно положить записку для пришедшего питомца. Когда собачки тоже гибнут,
Почтовый ящик заполняется за полгода. Люди шьют со всей страны на записки и лески. Дерево желание. А здесь что? Здесь леса. Здесь тоже леса. Здесь у нас лес 20 штук. Ну а куда их не выпустить? Вот это соляски прилетело. Это соляски? Да, это самое. Вот стула, стулы. Что звуки такие дает? Это у нас лебедь. Драчун, драться все хочет. Не, он сейчас хороший. Да? Ух ты, я тебе это не приметил. А это Мишка. Бурый Мишка. Кстати, вот это носик. Пришел к людям в Ленинградскую область. У него была... Как, Наталья, правильно это? Ой, слушайте, я не выговорю. А, грубо говоря, у него кость носа в фибру превращалась. У него такая вот нос был, вот такого размера. Ну, это смертельное заболевание. Ага. Обычно скот вот сразу забивает. Люди вышли специально? С братом. Их двое. Это носик, потому что нос у него такой был. А костик... Хвостом с ним пришел, и вот они пришли за помощью к людям, он фактически не дышал уже, еле-еле. Ну, предложили его посетить, и с академией ветеринарной врач один говорит, давайте попробуем, там какой-то она будет, очки. Кое-как нашли, проколол, лежит, и нос восстановил. Даже не видно, что это было. Ну, видно немножко просто. Костик, ты где? Он в берложке спит. А он там, что ли? Хвосточка. Даже мы не знаем, как разделить. Они друг без друга, по-видимому. Вот, да, вот ему 3,5. Вот сравнить тут и...